Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды за лигу мастеров. Так, быстренько с тобой бежим в магазин. Колоду, конечно же. Так, здесь нам ничего не выпадает, 5 долларов, окей. Так, давай заберем здесь реворд. Поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Но вот этим мы сейчас с тобой и займемся. Так, сразиться в боях. И мы прокачиваем с тобой кого? Ну, конечно же, нашего супер-шреддера. Я его прокачал, кстати, до 60 уровня. Так, ну что, давай, наверное, прокачаем вот это вот. Нам нужно найти всего лишь 10 палочек для еды. 10. Так, одна палочка есть. Две палочки. Ой-ой-ой, подожди, не надо так делать. 3. Слушай, ну неплохо идет. 4. Вау. 5. Слушай, выпадает очень хорошо. 6. Значит, мы, скорее всего, с тобой прокачаем сейчас 7 на 1, так сказать, левел. Ага, здесь не выпало. 8. 9. И последнюю палочку, пожалуйста. Спасибо вам большое. И мы с тобой прокачиваем. Так, и здесь можно, кстати. Ага. Ну, если палочки нужны будут, да, то, соответственно... А, тут надо будет еще комиксы. Хотя нет, подожди, ребят. Прокачиваем до 5-й ступени, да? Костяной кунай. А здесь сердцебиение. Да, здесь нам придется с тобой найти 10 палочек для еды. А тут 12 пультов управлений. Ну что же, я думаю, в следующей серии попробуем найти. Вряд ли, конечно, удастся сразу найти 12 пультов, но попробуем. До 6-й ступени прокачаем, а там уже займемся с тобой и сердцебиением. Зашибись. Потихоньку, ребята, полигоньку у нас наш супер-шреддер прокачивается. Так, давай забираем награды с тобой и поднять уровень персонажа. Кстати, мы также можем с тобой поднять уровень персонажа именно супер-шреддера. Мне как раз хватает, да? Угу, на один уровень мы ему левел подняли. Ну что, друзья мои, забираем награды и идем с тобой на арену. А после арены мы с тобой будем проходить остальные испытания. А в данный момент черепашью бурю, я правда не знаю, нужно ли ее проходить. Слушай, ну судя по тому, что здесь, наверное, не будем. Ну ты сам посмотри. Здесь, ну, маленький шанс того, что выпадет именно нужный. А вот клан Фуд, а вот здесь вот можно немножко, ребята, заморочиться, я думаю. Потому что, ну, еще раз повторяю, ребят, нам нужны вот эти вот орнаменты. Как минимум 10-9 штук точно нужно в ближайшее время нам с тобой найти. Ну что, а пока начинаем с арены. Турнирная арена. В данный момент я нахожусь в Лиге Сёгунов, 3 звезды. На ранге, как ты видишь, 14-м. Кстати, у нас с тобой монеты есть. Давай-ка я забегу быстренько в магазин. Так, здесь мы никого приобрести не можем. А здесь, естественно, Микеланджело Космос. Ну что, ребята, еще 3 последние ДНК. Я думаю, завтра мы с тобой уже... Сколько нужно тут? Блин, по-моему, 60, да? Должны мы завтра с тобой прапать майки. А потом за кого взяться? Я даже не знаю. Мы, наверное, будем брать с тобой все-таки либо Алапекс, либо Шинигами. Ребята, вы можете проголосовать за любимого персонажа, которого мы будем с тобой дальше прокачивать. Так что я жду в комментариях. Ну что, идем с тобой на турнирную арену. Поехали, у меня 34 отката. Этого вообще много. И нам хватит с тобой здесь немножко побуянить. Ну что, возьму Леонардо, как всегда, да? И вместе с ним у нас будут, ну как всегда, полтиннички. Как всегда, полтиннички будут разыгрываться. 65 уровень. Кстати, подожди-ка, Кунаичи. Давай на всякий случай все-таки возьмем перестраховку, да? В виде 60 уровня нейтрализатора. Попробуем с ним пройти. Потому что, ну, враг на самом деле 65 уровня. Лео со всеми не справится. Видишь, да, чем я? Так, он делает иммунку. И это хорошо, потому что, ну, мы его добьем сейчас, наверное. Ага, ну только не Рафаэль, естественно. Донни навряд ли тоже справится, хотя у него получилось, ребята. Ну что же, тем лучше, как говорится, для нас. Двигаемся дальше. Очередной бой.
Нам нужно с тобой сегодня... Кстати, день недели какой? Пятница, суббота? В общем, осталось немножко, и будет конец недели. Так что расслабляться нам нельзя. И я дерусь здесь не ради наживы. Точнее, мне не нужна морозильная кошка. Мне нужны осколки платиновые. Вот что у меня в приоритете. А то, что морозильная кошка разыгрывается, да и бог с ней, пускай. Для меня она никакой ценности не имеет. Так, что, мы с тобой, наверное, возьмем здесь змейковьюна. 65 уровень, даже 68. У Рокстеди, кстати, здесь может быть залет, друзья мои. Я немножечко просчитался. 68 уровень вот у этого носорога. Ну что же, попробуем. Ага. И, блин, кого-то теряем, да? Ведь кого-то сейчас... Тихо, 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 родные мои. Ну что, змейковьюн, попробуй. Попробуй ушатать их всех. Нет, ну как так? Он, естественно, ребят добьет. Ну как же? Вот у него, ребята, в алгоритме записано: бомби того, у кого меньше всего хп. Не имеет значения. Блин, как же так, а? Эх, змейковьюн, обделался, как всегда. Да блин, и выжил-то кто? Главное, Рокстеди погиб, а какой-то плешивый бибоп выжил. Вот от чего обидно-то, друзья мои, вот. Ладно бы хотя бы выжил тот, кто был сильным здесь, действительно. Нет же, бибоп со своей винтовки, а? Шваркнул. Ну что же, давай Кирюху тогда возьмем. И рисковать я уже впредь не буду. Я буду брать Майки, я буду брать сюда кого? Ну, предположим, я возьму даже Тимати. И все равно будем брать 50 уровни. Но здесь, смотри, опять же есть опасности. Здесь у нас есть кролики, которые могут, ребята, сделать массовую атаку. И кто у меня может упасть? Алапекса, она самая слабая здесь получается, да? По уровню. Да и вообще она хиленькая. Так, Лео делает свою вертушку козырную. Как всегда, оставляются в живых. Вот, вот именно этого я и боялся. Кому-то сейчас прилетит. Так, слушай, секунду. Мы не будем с тобой атаковать Сплинтера. Будем слыша бомбить. Ну, вата. Ну что же, а тут, конечно, придется брать, ребят, провокацию. Мы же не хотим потерять Алапекс. А Сплинтер я тебе больше... А, вот он что делает. Баф. Это, кстати, немножко для меня странно. Давай хильнемся тогда. А зачем я хиляюсь? Я мог бы удар провести. Так, здесь, наверное, вырубать все-таки придется нам кроликов. Так, слэш, давай-ка массовую атаку зарядим. Ой, зачем, зачем? Сплинтер же сейчас... Ать! Как же я, ребят, забываю, что Сплинтер имеет контратаку. Ты понимаешь, надо его ушатать сейчас. Все, норм. Так, Тимати, пробьешь? Молодец, красавчик. Ну что же, слэш упал, и мы двигаемся с тобой дальше. Надеюсь, дальше у нас никаких эксцессов таких не будет, да? Такие ситуации, где мне стоит переживать. Так, в мастер 2 звезды мы сегодня обязаны с тобой зайти, и желательно на 50-е место. А может быть даже на 3 звездочки. Так, здесь я возьму, наверное, Рами. Слушай, ну тут бойцы уже становятся сильными, я тебе серьезно говорю. Я возьму тогда Усаги, это уже 100% гарантия того, что... Вряд ли они нас здесь забомбят. Почему? Ну, потому что связка очень хорошая. Усаги вместе с Лео будут отжигать по полной. И в этом ты можешь не сомневаться. Тем более у них большая инициатива по сравнению с врагом. Так, ну что, потом, естественно, пойдем на испытания. Но я тебе еще раз говорю, будем, наверное, проходить с тобой платиновое. Там посмотрим, сколько мы с тобой справимся, каких нам дадут персонажей для прохождения. Если там безвыигрышно, конечно, мы не будем там заморачиваться. Хотя можно было бы пофармить. Так, ну что, двигаемся дальше. Давай 70... Хотел сказать 75-е и забыл, как 75-е это. Думал, не слишком ли мало? Нет, нормально, ребята. О, смотри, какая. Какой жиробасик. Какой жиробасик, елки-палки. Чем-то на меня, ребят, смахивает. Если честно. Чуть-чуть буквально. Так, ладно. Поехали. Раз, два. Так, и здесь нам нужно взять раз, два, три. Окей. Погнали. Погнали кости разминать, как говорится.
Ну что, Хламона, вы готовы пасть от моего меча? Ну, точнее, от меча Усаги. Нет, от меча Усаги, наверное, никто не упадет, а вот от Лео. Нет, надо же, двоечку он усыпал. Молодец, красавчик. Ну и Лео, естественно, добивает. Блин, ну вот я никак не думал, что сегодня мы все-таки потеряем с тобой двух персонажей. Я вообще на это не рассчитывал. Хотел идеально сегодня пройти, но, как всегда, у меня не получилось. Ну что же, 61 место. То есть еще бой, и мы с тобой на полтинчик переберемся. Это факт. Кристиан у нас с тобой. Вот я, кстати, зря, ребята. До 70 уровня надо было брать все-таки одного Леонардо. А вместе с ним можно было бы брать Карайку, там еще кого-нибудь. То есть мы бы вполне справлялись. Так, этих я уберу, вот этих вот возьму. Потому что, ну, где-то на 72-м, 75-м уровне уже они могут делать недобитки. А недобитки, ты знаешь, чем опасны. Я видел, что делает Бибоп у нас в первом поединке. Просто берет и уничтожает слабенького, вот и все. А я не могу не брать в отряд слабых персонажей. Мне же нужны кубки, естественно. Для этого нужно брать какой-то баланс. Брать одну имбу смысла нету. Нужно прокачивать слабеньких. Чуть-чуть, как говорится, прозевакал, этих слабеньких могут быстро разнести. Поэтому тут вот, друзья мои, большая, как говорится, ответственность на твои плечи возлагается. И я очень, ребята, за вас рад, которые пишут мне в комментариях постоянно, кто кого открыл, кто кого получил. И приятно, конечно же, слышать то, что мои видосики вам помогают дальше играть в эту игру. Причем правильно. Правильно, ребята, я вам много раз говорил. Учитесь на моих ошибках. Не допускайте своих. Хотя, ты знаешь, в игре можно, можно себе позволить ошибиться. А вот в жизни этого, конечно, нежелательно. Ну что ж, двигаемся с тобой дальше. Тут у нас Голубь, который, я больше уверен, сейчас упадет вместе с Майки, скорее всего. А вот Донателло и Лео, скорее всего, выживут. Они довольно крепкие, ребята. И ты смотри-ка, даже Майки выжил. Хм, странно. Для меня, если честно, это было странно. Обычно он падает. Как бы Пит ватный, но и Майки тоже. Я тебе говорил, что именно по защите он ни о чем. Ну что же, с 51 места мы переходим на 40-го. То есть 10 ступенек мы с тобой пролетаем, да? То есть нам еще нужно 4 боя. Ну, откатов у меня хватает, слава богу. И я думаю, что никаких проблем в этом не будет. Берем с тобой Яна. 2 отката тратим. И, ребята, смотрите, главное за уровнем противника. Как только будет 74, 75 и 76, уже нужно будет навостриться и брать кого-то третьего нам в помощь. Уже не полтинники должны быть, а где-то уровень 70 и 65. Не меньше, именно для добивки. Так, вот, видишь, что происходит? Постепенный урон практически ни на кого не повесил, ну там, на двух крайних, и все. Просто если Леонардо здесь делает промашку, и слэш сделает свою массовую атаку, вот эти вот два крайних, которые стояли у нас 50 уровня, они, возможно, упали бы. Так, ну что, 30 место, да? 28 даже, отлично. Так, здесь берем с тобой Русмира. Окей, пускай будет Русмира. Слушай, ну бойцов пока хватает, если честно. Пока хватает. Я даже могу вот здесь, вот если честно, вместе с Леонардо и Усаги отыгрывать какие там эти уровни-то. 45-й, даже 30-й, не боясь потери инициативы, потому что в любом случае они здесь будут ходить первыми. Какого бы здесь не дали мощного, хотя если Хан будет, например, здесь 79 уровня, он, по-моему, будет ходить сразу же после Усаги, если выживет. Потому что по уровню меня здесь никто не переплюнет из противников. Так, ну что, давай посмотрим. 28-я позиция была, я думаю, сейчас где-то будет 18-я. Ну-ка. Даже 17-я, отлично. То есть еще два боя. Готовимся, ребят. Так, давай-ка мы здесь обновим. Ну ладно тебе, давай 16-23. Ведь вот, 17-23. Несмотря на то, что здесь есть два Микеланджело, я их не боюсь. Потому что у меня все равно круче, ребята. Раз, два, три. Бакстер, Муха и Кирби. Да, их лучше, ребята, сразу в одной пачке отыграть, потому что разбивку делать не стоит. Ну что, поехали.
У Саги, интересно, сможет кого-то положить? Он сразу же, вот, уронить. Ну да. Как ни странно, он уронил Криса Брэдфорда с одной вертушки. Остальная там карайка, по-моему, умерла от постепенного урона, верно? Слушай, а почему такой Крис Брэдфорд оказался ватным? Я думал, что он, ну, такой крепкий парень. Ведь Крис же был. Ну да, вот он, 74 уровня. Упал. Не выжил. Так, ну что, последний поединок, и мы с тобой в Лиге Мастеров две звезды будем. Жалко, друзья мои, что завтра мне на работу, но работать я пойду в ночь. Соответственно, днем я еще успею, наверное, записать серию. Единственное, что выложить, скорее всего, не успею. Так, ну что у нас тут? Блин, кстати, тут майки, ребята. Микеланджело. Да-да, именно тот, который вешает уклонение. Причем инициатива у него неплохая будет. Я надеюсь, что Усаги все-таки его бомбанет и повесит на него постепенный урон, чтобы он сразу же отдуплился. Ну-ка, зажмем кулачки. Красава, красава, Усаги, молодец. Ты видишь, он погиб. Почему, ребят? Потому что он должен был делать свой ход. Отлично. А он мог повесить уклонение, и мы бы, как всегда, начали бы с тобой фейлиться. Промахиваться, они бы начали кого-то бомбить, а бомбить им есть кого. Ты видел, что у меня висел оригинал черепашонок, да? У которого уровень вообще ни к черту. Ну что, я нас поздравляю, мы с тобой в мастере уже две звезды. И, как я тебе говорил, наша цель сегодня дойти до 50-го места. Не меньше. Так, берем, наверное, у кого две звезды. Зачем нам однозвездочный, да? И я думаю, что это будет Надя. Да, это будет Надя. Тихо-тихо, подожди, что ты делаешь, Рэй? Ну, ё-моё, хорош, завязывай давай уже. Бедняга, с перепугу все попутал. Так, слушай, ну здесь, смотри, здесь 70 уровень. Смотрите, что я делаю. Раз, два, три. И нисколечко этого не боюсь. Почему? Да потому что мы их порвем. Мы их с тобой порвем. Хотя морозильная кошка выживет, наверное, да? Успеет хинуть. Но я почему-то в этом сомневаюсь. Тыдыч. Вот так вот. И Лео добьет. Красиво. Красиво все получилось, мне нравится. Ну что же, поехали далее. Так, сколько у нас там? Сейчас посмотрим. 94-е становится где-то, наверное, 85-е, да? А, 83-е даже. То есть еще получается 3 или 4 даже поединка нам нужно сделать. А здесь я возьму, скорее всего... Блин. Давай Роберта возьмем. Что-то я немножко даже потерялся. Думаю, кого лучше взять, кого быстрее мы с тобой сможем разобрать. А потом подумал, что в принципе без разницы. Максимальный уровень здесь 74-й. Это Рокстеди. Но мы прекрасно знаем, что он падает неплохо от вертушки Усаги. Роквелл здесь вот живучий, я тебе скажу. Вот Роквелл, да, здесь может нам сделать в плане. Слушай, ну он одуплится в любом случае. Даже если выживет. И сплинтер также упадет сейчас. Все. Зря я, как говорится, паниковал. Идеальная победа. И мы с тобой продолжаем. Но здесь есть, знаешь, какой фактор? Есть фактор уклонения и промаха. То есть мы можем с тобой сделать вертушку, но почему-то она не пройдет идеально, а вскользь. То есть она как бы может ранить противника, но не убить. Хотя должна бы бы. И вот тут начинается самое интересное. Начинается ответный удар, то есть они как бы перебивают инициативу, и все его персонажи начинают скопом ходить. Что очень плохо сказывается на моих персонажах, естественно. Так, ладушки, берем. Да что ты будешь делать? Так, так. Раз, два. И кого-нибудь из малыша. Где у нас тут? Ничего себе, малыш. Кожа голову, конечно, хотелось бы прокачать. У него, кстати, тоже, да, ребята, провокация. Плюс массовая атака, причем не кислая атака. Поехали. Усаги крутит, вертит, пургу наводит. Никого не уронил, смотри-ка. Но Дантелло должен упасть. Все, они тут все упали почему-то. Прекрасно. Ну что, 70-е или какие там 60-е у нас с тобой будут сейчас места? Наверное, 60-е. 61-е.
До какого я хотел? До полтинника дойти, да? Но я тебе скажу сразу, что до полтинника мы уже с тобой добрались. И уже, кстати, уровень противника, ребята, на пределе. Что значит на пределе? 77-й. Максимально здесь 79-й. Я сейчас попробую. Я рискну, ребята, взять сюда Шреддера, классику. И хочу проверить. Не дрейфанет моя команда? Не сфейлится ли здесь? Но противник действительно силен. У него много здоровья, очень сильная броня. Вот, сам посмотри. Видишь, да, что происходит? Теперь Лео. Так, вот если бы он сейчас пульнул волну, Шреддер бы, поверь мне, отдуплился. Вот такие вот, ребята, риски. Так что лучше брать, конечно, не 45 уровень, а пускай хотя бы 65-й, 70-й, чтобы он смог устоять. Ну, а мы с тобой получаем 51 место. Ну что, если пока еще запасик у нас есть по персонажам, я, естественно, его буду, ребята, использовать. Так, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Понятно. Короче, у нас с тобой еще впереди три боя. Ну, включая этот. Ну-ка, давай-ка попробуем. Тогда у нас будет где-то, наверное, местечко 30-е. Я так понимаю. Тут все хорошо, все прекрасно сделано. Давай, Лео. Добивочный. Норма. Так, ну что, первый бой мы с тобой провели. Остается второй. И последний будет заключение на третий. Но нам придется с тобой потратить там два. А, нет, не даже не два, а три отката. Хотя нет. Нет, ребят, не надо будет никаких откатов тратить. Я просто возьму слабого персонажа и все. Так, ну что, здесь мы возьмем, наверное, Ольгу. Кстати, уже второй раз она мне выпадает. Ольга. Так, раз, два. Я возьму сюда Армагона. И чтобы сильно не рисковать. Сильно не рисковать. Блин, Рафаэль, конечно, может тут влепить. Но мне кажется, троечки вот этой будет достаточно, чтобы их просто разобрать. А дальше у нас раз, два, три. Твою ж налево. Тогда получается еще два поединка у нас. Блин, откатов-то у меня хватит. Я не посмотрел, сколько там осталось. Ребята, а в черепашках ниндзя безумные мутанты я не могу пройти Карайку. Хочешь верь, хочешь не верь, я не могу. Я уже там своих персонажей прокачал вроде бы маленько, да? Но не подвластна она мне, понимаешь? Она со своим рывком всех там ушатывает. Абсолютно всех. Так же вот, как мы сейчас с тобой за счет Леонардо ушатываем всех. Так же там Карайка чудит. Не знаю, может быть, еще пару деньков мы с тобой потерпим. И уже на длинном выходном я, наверное, все-таки ее завалю. И мы пройдем дальше. Так, ну что, 31-я позиция. У нас еще, как я тебе говорил, 2 поединка, 5 откатов. В принципе, мы можем уложиться. Даже, я бы сказал, идеально у нас должно получиться. Блин. Слушай, я, наверное, сделаю вот так. И все-таки возьму еще одного крупничка. Это будет Донателло. Нет, это будет... Нет, Донателло все-таки. Все-таки это будет Донни. Ну что, хлопцы, готовы? Поехали. Начинаем. Я, кстати, ребята, видел игруху. По-моему, она на андроиде есть. Про Усаги. Вот я думаю, может быть, ее скачать и поиграть. Но она, правда, говорят, коротенькая. Но ведь все равно хочется. Давай, наверное, скачаем и поиграем. Кто-нибудь видел, чтобы про Усаги была отдельная игра? Вот лично я нет. Ну, недавно увидел. И она, по-моему, одна единственная всего лишь. Так, ну что же, давай, последний бой у нас с тобой получается, да? Букко. Такой довольный. Такой довольный мужик. Раз, два, три. Берем с тобой Зека. И последний у нас кто? Счастливчик, кто у нас здесь? Острозуб. Ну вот ты посмотри, да, на Острозуба. Вот смотри, что меня удивляет. Мы знаем все прекрасно Криса Брэдфорда, да? Подтянутый культурист, боксер, главарь бандитов, да? Когда мутант на него... Мутант, мутагеноид на него. Точнее, блин, мутаген, конечно же, на него пролился, он стал вот таким вот. Смотри, здоровячок, действительно классный здоровяк, да? Как бы подходит под роль. Но почему, когда на него второй раз
мутаген проливается. Он становится Рокзаром, костлявым, противным псом. Я бы даже сказал, бы это не пес, а какой-то оборотень, елки-палки, да? Вот здесь он как-то вот посолиднее выглядит. И он больше похож вот здесь вот именно на Острозуба, как в остальных сериях Рокзар. Так что, ребятушки, ну что, я тебе скажу одно. Мы с тобой поиграли на аренке. Местечко у нас с тобой 9-е. То есть ты сам понимаешь, да? Что еще чуть-чуть, и мы с тобой в Лиге Мастеров 3 звезды будем. Ну, а теперь с тобой спокойненько переходим на испытание. Здесь у нас с тобой все пройдено, как ты помнишь. Ну, что нам нужно было. Давай начнем с клан футов. Ох, ё-моё, ребята, а вот это меня очень-очень радует. Ну, здесь-то мы с тобой можем развернуться. Ох, сымбой. Тут сам, как говорится, бог велел, ребята, раздавать и разносить врага в хламину. Это четко, значит, мы здесь с тобой пофармим чуть-чуть. Уж не знаю, сколько эпизодов мы пройдем, но 2 это будет точно, поверь мне. 2 эпизода мы здесь пролетим с тобой на одном дыхании. А вот насчет последнего пока не уверен. Так, ну хорош ты, на тебе. Так, переходим на вторую волну. Вот, ну посмотри, да? Он даже и похож здесь, если честно, на Криса Брэдфорда. Ну, немножко мутированного, конечно, но он похож. А вот Рокзар совсем не похож. Какой-то тощий, дохлый, противный. Кости торчат, фу. Мерзко. Так, ну что, массовую атаку, наверное, сделаем, да? Кисленько, кисленько. Так, наверное, мне нужно уничтожить Шархана в первую очередь. Теперь попробуем с тобой бомбануть муху навозную. Так, постепенно урон, по идее, должен ее уничтожить. Так, теперь саблезуба. Теперь, наверное, бибопчика накроем. Так, нормуль. И остается Рокстеди. Ну-ка, Донни. Понятно. Нет, 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 нет. Рокстеди, успокойся. Тебе моих черепашек уж никак не пробить. Это я тебе точно говорю. Ну что, друзья мои, победушка, как ты видишь, за нами. На 3 звездочки идеально. И этот уровень, в принципе, уже можно фармить. Плюс мы с тобой получаем снаряжение клан фуд. Тут 80 уровни. Я нисколечко, ребята, не испугался. И буду продолжать поединки. Ну что же, погнали. Так, тихо, тихо. Ты что делаешь-то? А, они ускорились. Все, ребята, я понял. Майки, молодец. Так, Рафаэль. Эх, не добил. А ты, Лео, уничтожает, нормуль. Так, кланфутовец. Вот наезжает-то. Донни, как ты? Понятно. Донни, как всегда, ребят. Ну, я еще раз говорю, у него именно с атакой все очень плохо. Ну вот, ты посмотри, какой он, да? Какой здесь и вот тут вот. Фу, мерзкий. Мерзкий, противный, но тем не менее, ребята, это есть персонаж. И он очень нам неплохо заходит порой. Как провокатор. Как это так? Бибоп выжил? Что-то новенькое, ребят. Третья волна. Ага. Видишь, он там мутаген валяется в капсулах. А ну-ка. Ну, Донни, ты вообще что-то как-то, я не знаю, ребят. Что это у тебя за атаки такие? Карайка, бумс. Так, ответка и на. Так, ну понятно, понятно. Он делает свой суперудар. Ты смотри, что творит, а? Так, давай-ка попробуем Криса Брэдфорда наказать. Прекрасно. Отдуплился, ребята, от постепенного урона. Так, и Шреддер, блин, не упал. А если так? Бинго. Ну что же, вот тебе и второй эпизод пройден. Естественно, мы с тобой пойдем и на третий. Никуда он от нас не денется. И там еще выбьем с тобой, надеюсь, снаряжение клан фуд. Какой тут уровень? 90-й. Уже, ребята, нервишки щекочет. И боюсь немножко за нашего Донателло. Почему? Потому что он, как ты видишь, 80-го уровня. Как бы не до шуток, на самом деле. Ну что? Давай, Рафаэль. Отлично.
Вот, видишь, что делает? Вертушка, конечно же. Тыч. Ну, как это так-то? Эй, паршивец, выжил еще. Ну, Донни, молодец. Так, вторая волна. Твою ж налево, что делать будем? Наверное, Рокзара бомбить. О, это что такое? Так, надо всех провокаторов отсюда убрать, потому что я знаю, сейчас они встанут в стойки свои. А мы тоже с тобой встанем в стойку, все. Да, так будет эффективнее. Ну вот, об этом я тебе и говорил. Так, саблезуб. Ой. Слушай, это сейчас ходит, блин, волной своей... Нет, ракеты. Эть. Хиляемся, ребята, срочно. Угу. Так, давай с тобой защиту поставим дополнительную. Хиляться, я думаю, пока не стоит больше. Нормуль, ушатали. Так. Ну, Леонардо хотят пробить, конечно. Губюшки закатите, пожалуйста, обратно. Леонардо вам не пробить. Ой. Опа, вот это, ребята, опасно. Ну, слава богу, он ни на кого не повесил постепенного урона. Нате. Мимо! Ты серьезно сейчас? Мы промахнулись, друзья мои. Донни, точнее, промахнулся, да? Давай-ка сделаем тогда ярость Рафа. Усилим свою атаку до поднебесной, плюс под хил. И понеслась. Зря. Так, еще и уклонение у нас есть. Ну тут вообще просто непобедимые мы стали. Посмотри, сколько у нас тут всего. Ага, он тоже, ребят, понял, что пахнет керосином, да? Доп защиту решил поставить. Так, минус. Не, не минус, ребята. Вот сейчас минус. Тихо, тихо, ты что там? Да ну. Так, добиваем его. Все. Третья волна, друзья мои. Ну, начнем, наверное, с мухи. С мухи. Так, подожди, постепенный урон попробуй. Так. Отлично. Давай уже добьем ее. Майки, господи, ну что ж ты делаешь? А этот хиляет, а? Ты посмотри, что вытворяет. Ребят, вот это дело мне не нравится. Упс. Так, это повезло, что он промахнулся. И этот хиляет. В общем, все свои хилочки они потратили. Поехали. Опа. Берем провокацию. Все, фиг пробьешь теперь нас. Еще и здесь хильнусь. Опа. Погнали. Нет, 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 нет. Парень, успокойся, это тебе не поможет. Ребята, мы с вами по ходу дела пройдем все три эпизода. Опа, испугался. Сразу уклоняшку решил сделать, да? Этого минусуем с тобой. Теперь вот этого. Ну и Бибопа, конечно же, пытаемся. Все. Друзья мои, три эпизода платиновых у нас пройдены. Вот так вот надо всегда делать. Надо прокачивать персонажа, чтобы мы все свои испытания могли проходить. Ну что ж, снаряжение клан Фуд. Ну что, попробуем, ребята, а? Вытянуть. Карты японские, блин. Жетоны. Да ну, серьезно, что ли? Снаряжение клан Фуд. Так, сколько у меня еще есть откаты, да? Карта Бибобима. И... золотые осколки, ребята. Фиг, не смог я получить. Вот все дали, что не нужно, а вот это нет. Немножко грустно. Так, ну что, у нас с тобой 30 тысяч мутагена. Так, у нас, по-моему, хватает жетонов для магазина. Давай проверим. Угу. А мы Лео? Нет, мы же, по-моему, вот этого Рафаэля, да, хотели? Или Леонардо Видение. Что-то я забыл, кого мы хотели прокачать-то. Ладно, давай будем кого. У кого больше все-таки ДНК. Рафаэль. Все. 81 ДНК из 100. Это круто, ребята. Это круто. В общем, аренка была. Испытания прошли.
Это я все уже заработал. Да, и мы с тобой будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!